Елена, мои подписчики задали мне вопрос аж из 13 пунктов. Год назад вы хотели найти недвижимость по следующим параметрам. Их аж 13. На теплом солнечном побережье чистого моря. Недорого, от 3 до 10 миллионов рублей. С хорошей экологией. С возможностью жить самому, годами не оформляя визу и ВНЖ. Чтобы круглогодично сдавать в аренду эту недвижимость. Чтобы получать в твердой валюте за аренду этой недвижимости. Ну да, не в рублях. Получать высокий доход от 8% годовых в валюте. Угу. Мечты, чтобы мечты. Добираться не более 6 часов. Откуда? Дома. Из России. Ну, видимо, да, из России. Да. Чтобы не попасть под санкции. Угу. С хорошим отношением к русским и возможностью не учить иностранный язык. Ну, я не то что знаю, но углубляться не хотела. С низкими налогами. Угу. Чтобы это можно было легко продать и вывести валюту. Да, при необходимости. Чтобы можно было легко открыть валютный счет и получить банковскую карту. Однозначно. Это вообще возможно? Да, Андрей, это не просто возможно, но вообще все пункты сошлись в едино. И здесь на Синайском полуострове есть в Египте такой молодой курорт, называется Шарм-эль-Шейх. Я о нем много рассказывала своим подписчикам, знакомым, друзьям. И хочу вам сказать, что здесь очень интересно вообще во всех отношениях иметь так называемую дачу иностранную, и которую можно быстро и выгодно продать. Здесь малоэтажная застройка, поэтому вот этих небоскребов страшных и эмоциональное, инфраструктурное давление отсутствует. Можно наконец-то выдохнуть и спокойно насладиться природой, жизнью. Очень хорошая налаженная инфраструктура, прекрасные дороги, прекрасные сообщения с Россией, с Европой, с Америкой. Сейчас отстроили новый аэропорт. И, собственно говоря, да, чартерные рейсы летают где-то за 5 часов из Шарм-эль-Шейха до Москвы. Но также я посмотрела, можно вылететь напрямую в 10 городов России. Там я могу по запросу дать контакты людей, которые продают их достаточно дешево. В частности, там за 150-200 долларов можно спокойно купить билеты и доехать в интересующее время для того, чтобы отдохнуть на своей даче, например, между заездами арендаторов. Либо вообще просто тупо пожить здесь много-много лет, выезжая уже отсюда на отдых там, в Европу, в Россию. Более 30% местных учили и очень охотно разговаривают на русском, поэтому людям, которые не хотят обучаться или не очень профессионально разговаривают, да, вот горлицы. Не очень профессионально разговаривают на английском, итальянском, испанском или каких-то других языках. Здесь можно спокойно жить, не тужить. Налоги очень простые, незначительные. Я сделаю отдельный ролик по налоговому обложению. И, собственно, люди после 60 лет и до 14 могут вообще не продлевать визы и жить здесь без каких-то телодвижений. А обычные россияне до года получают резидентскую визу туристическую.
где-то это в совокупности получается не более 150 долларов в год. 25, потом 60 и еще раз 60. Вот. Ну, собственно, для того, чтобы ее получить, можно либо арендовать, либо быть собственником недвижимости. Причем, что еще могу хорошего сказать, собственникам спокойно открывают здесь счета валютные, зарубежные, местные, выдают карточки. И, в общем-то, я вижу здесь очень много преимуществ. Главное, конечно, то, что здесь сдается круглогодично. Это не Турция, в которой 3 месяца в году тепло, а дальше холод, слякоть. Это не Европа, где надо 3 месяца прожил и дальше до свидания на 180 дней. И надо постоянно все доказывать. Вот. Ну, преимущество жизни здесь однозначно громадное. Наверное, это самая благоприятная к россиянам страна на сегодняшний день, которая является интересной и для жизни, и для инвестиций. А вот скажите мне, в России недвижимость стоит немало денег, но многие не рассматривают свое жилье как стартовый капитал для жизни в других теплых странах и тому подобное. За границей. За границей. Угу. И так, каким можно сделать движение, чтобы осуществить вот такую вот идею переехать к теплому морю? Да, мне вот подруги, когда я хвасталась им тем, что живу теперь в таком прекрасном месте, они мне писали, ну, конечно, там, ты, мол, богатая, а мы не можем позволить себе. И когда я начинала описывать, сколько стоит здесь недвижимость, какие траты, какие ежегодные, ежемесячные, разовые, то выяснялось, что все у них есть, просто нет некого посыла, смелости. Ну, может быть, не пришло еще время, не созрели. Но дело вообще не в деньгах, как правило. Безусловно, безусловно, купить элитную недвижимость в таком закрытом элитном городе, как Шарм-эль-Шейх, не под силу каждому, но начинается здесь ценник от 3 миллионов рублей и, естественно, выше. Вот. Ну, здесь как в ресторане, ты приходишь, либо ты одну часть закрываешь и смотришь, что ты хочешь покушать, либо вторую часть закрываешь и смотришь, на что у тебя хватает денег. Но, тем не менее, ты из ресторана не уйдешь, ты все равно либо так, либо эдак, но покушаешь. Хотя бывали моменты, когда вставали и уходили, если это было что-то заоблачное, не по бюджету и не по карману. Ну, а все-таки как быть? Вот у меня есть квартира, я готов ее продать. Естественно, в России я могу продать только за рубли. Рубли в Шарм-эль-Шейхе, в Египте, это не ходовая валюта, я так понимаю. Вот и не согласна с вами, Андрей. Это очень удивительное для меня было открытие, но, тем не менее, здесь есть востребованный рынок рублей, видимо, потому что много приехало, во-первых, россиян, во-вторых, много собственников до этого было россиян. Вот этот обмен купи-продай квартирами здесь на в рублевом безналичном эквиваленте или вообще по рублевым карточкам, он здесь работает. Другое дело, что когда вы начинаете большие суммы переводить, вами будет интересоваться налоговая, в первую очередь банк, во вторую очередь, и опять-таки будет извещать налоговую. Поэтому если какие-то идут телодвижения рублевые, то они идут с головой очень дозированно для того, чтобы не возбуждать лишний раз наше государство.
кому-то нравится платить налоги. А кто-то хотел бы пока осмотреться, и у них нет возможности заплатить, потому что у всех разные ситуации. Дело в том, что в Египте нет с Россией никаких договоренностей относительно того, чтобы египетская банковская система или египетское правительство передавало информацию российскому правительству о покупках, продажах, счетах и прочее. Поэтому это дело лично каждого. Но такая возможность есть. Многие у меня клиенты частично привозят доллары в сумочке, частично переводят с зарубежных банков. Некоторые даже умудряются переводить с русских банков какие-то суммы, какие-то валютные, какие-то суммы идут рублевые. На самом деле было бы желание и было бы что переводить. Потому что здесь можно вот эти рубли на черном рынке, так называемом, неофициально, поменять на наличную либо египетские фунты, либо валюту. И уже расплатиться ими с продавцом недвижимости. Поэтому вариантов очень много, и это подъемные деньги, 3 миллиона. Ну, в Подмосковье за 3 миллиона можно купить небольшую двухкомнатную квартиру в какой-нибудь 5-9-этажке. В дальнем Подмосковье это Электросталь, Ногинск. Да, и, собственно, метров 45. Здесь за эти деньги можно купить студию в хорошем районе, в хорошем компаунде метров 50-60, либо с одной спальней, здесь она называется евро-двушка, когда есть одна спальня и кухня-гостиная, столовая, они называют это ресепшн, как большая вторая комната. Такую квартиру можно сейчас за 30-35 тысяч долларов купить чуть-чуть подальше от центра, но тоже в чистом, охраняемом, хорошем компаунде с рестораном, с внутри бассейном. Поэтому все зависит от вашего предпочтения. Для чего вы, какие у вас приоритеты, что вы хотите, море, чтобы это было, тогда это будет раза в 2-3 дороже. Либо вам нужна охрана, чистота, прекрасный ландшафтный дизайн, хорошая инфраструктура. Это другой порядок цен и компаунды. Или вас устраивает чистота, вы солнышко, вы готовы там раз в неделю выбираться за продуктами, либо по интернету, по телефону заказывать. Доставка здесь всего 50 рублей, если переводить на рубли. Продукты. Цена на такие компаунды еще ниже. Есть на любой вкус и цвет. Хочешь студии, хочешь с одной спальней, двумя спальнями, хочешь большую виллу, приезжайте, смотрите. Оплата может быть в наличной, безналичной валюте, безналичными рублями или какие-то смешанные варианты, то есть рубли, доллары, евро. Да, потому что итальянцы, например, они, естественно, пытаются получить за свои квартиры евро. Здесь очень много итальянцев, англичан, они с лет 15-20 скупали здесь просто целыми кварталами. Ну и, естественно, какие-то происходят движения, кто-то там умирает, кто-то разводится. Ну вот эти вот недвижимость, она движется, и, собственно, для них это евро, англичане со фунты стерлинги. Ну, поэтому надо выбрать недвижимость, и уже под нее ваш риэлтор, который будет с вами работать, он подстроит и выстроит политику финансовую. То есть надо определиться,
допустим... Да, два вопроса решить. Первый вопрос, сколько вы готовы потратить? И второй вопрос, то есть сколько денег? И второй вопрос, что приоритетнее? Сдавать, лично жить долгосрочную, либо смешанное? Да, совершенно верно. Совершенно верно, конечная цель. Потому что вот у меня были друзья, которые полгода назад через меня покупали, например. Я их спрашиваю, вы для чего покупаете студию? Они говорят, вот так и так, хотим, чтобы мальчик со своей девочкой переждал это бурное время в спокойном, тихом, да, месте, в хорошем, чтобы... И я их спросила, сдавать будете? Нет. Лично вот для себя. Мы нашли им то, что их устраивает, они купили, прожили полгода, и за эти полгода они так друг другу надоели в студии. То есть, когда приехала мама, она стала выдвигать там разные вариации, что надо покрасить стены в другой цвет. Но я ей вот просто честно сказала, по своему опыту, что людям нужно личное пространство на долгий срок. Если ты покупаешь... Да, да. А здесь в студии... Да, если ты приезжаешь на месяц, на неделю, на три дня, в студии это прекрасно. Но если ты приезжаешь там на 6 месяцев, а в нашем случае это вообще неизвестно сколько, это год, может быть, это два. Да, совершенно верно. То тут покупать студию могут люди с очень хорошей нервной системой, и потому что ну, реально некуда спрятаться. Вот она кухня, вот она рабочий стол, где там он работает, вот спальня, кровать, где они спят, единственный выделенный туалет. Как все. Известная российская комедия. А почему ты на ней не женился? А я как представил, что она будет целый день вот так, тут-то-сюда, тут-то-сюда перед глазами. Да, перед глазами. Совершенно верно. И теперь они, от них поступил запрос о том, что они хотят продать ее, доложить денег и купить все-таки евро-двушку, то есть с одной изолированной спальней и второй общей комнатой. Опять-таки, я абсолютно поддерживаю. Можно с доплатой, а можно это сделать в, ну, немножко в другом компаунде, даже без доплаты. Ну, так же, как и в России. Один район дороже, другой район дешевле. Очень часто можно там продать двухкомнатную квартиру, например, в одном районе, переехать в трехкомнатную вообще без доплаты, еще и заплатив риэлтору. И... А какова вообще реально минимальная сумма для того, чтобы ну, разместиться в этом городе? Ну, вот 35 – это прям реально минимальная сумма, когда надо вот зажиматься, ужиматься. Но когда с документами все в порядке и на недвижимость, да, потому что, вот видите, постоянно летят самолеты, это летят наши волшебные туристы, да. Ну, а что нужно еще от покупателя, кроме денег? Значит, необходим заграничный паспорт. Заграничный паспорт, без которого ты не вылетишь, чтобы никуда. Да, заграничный паспорт действующий. Раз. Минимум еще полгода вперед, да? Да. И второе, у вас по прилету вы должны будете проставить за 25 фунтов визу. Ой, да, простите. За 25 долларов визу в паспорте. И проштамповать эту визу. Она дает право находиться первый месяц, если один месяц, если вы прилетели и прямо в аэропорту это сделали. Если вы просто купили марку, но не проштамповали, то в визовом центре вы с ней же можете получить разрешение сразу на проживание на 3 месяца. Вот. Ну, собственно говоря, паспорт, виза на месяц, не синайский бесплатный штамп. Это именно важно. Виза, да, марка, в банке да, покупается. Да, и именно проштампованная. Вот. Весь отчет здесь начинается с момента прилета. Потом, когда вы будете все это продлевать, вам скажут 6 месяцев,
вы будете думать, что 6 месяцев от той даты, которую вам надо продлить. Нет, 6 месяцев все время от даты прилета. Ну, вот. То есть дата прилета. Но это относится к россиянам. Например, я думала, это как бы такая лафа для всех. Там вот из Узбекистана у меня приезжали, из Казахстана. У них все совсем сложно, по-другому. И там да, совсем другие, другие нюансы, да. Да. А к россиянам эта страна повернута, широко раскинув руки. С удовольствием могу предложить вам подписаться на наш телеграм-канал. Шарм. Покупка, аренда апартаментов. Там я выкладываю разные статьи, заметки о проживании в Шарм-эль-Шейхе, об компаундах, также о той недвижимости, которую вы можете снять, купить. Опять-таки там есть обратная связь. Я есть в Вайбере, в WhatsApp, в Телеграме на номеры +7 926 027 6255. Вот. И, собственно говоря, мы поможем вам абсолютно со всем. А я слышала, что можно купить только два объекта, не более чем 4000 квадратных метров. Мы с вами в Синае, это особая территория. Дело в том, что здесь можно покупать бесконечное количество площадей, квартир, но нельзя, как физикам вам нельзя покупать землю, там как юрикам тоже есть нюансы, но захотите вы ее покупать или нет, как бы это второй вопрос. Но здесь другое, другие нюансы. На всей территории Синайского полуострова покупка недвижимости иностранцами возможна только в долгосрочную аренду, leasehold, но на 99 лет. Я думаю, 99 лет – это очень хорошая протяженность на нашу и на наших детей. Это хватит. Виной такая ситуация стала территориальная близость Израиля. Ну, как рассказывают сами египтяне, раньше, когда земли можно было оформлять в полную собственность, очень много иностранцев, в том числе израильтян, стали скупать землю. И чтобы де юре не лишиться Синая, государство решило запретить оформление земли в собственность. А вот компаунды, дома, они стоят на земле. Но, соответственно, все компаунды, которые успели оформить в личную собственность до 2005 года эту землю под своей территорией, а их всего два компаунда, это Домина и Дельта Шарм, и плюс еще в Хадубе есть некое количество вилл. Вот у них земля в собственности. Но, по большому счету, это не имеет каких-то принципиальных значений. Вот, потому что абсолютно все права собственников остаются. Вы можете дарить, продавать, завещать, сдавать в аренду, извлекать прибыль, делать внутри помещения планировки, любые перепланировки. Внешние здания не разрешают менять, они соблюдают единые стандарты. Но вообще никаких ограничений нет. Продавать, никого не надо ничего спрашивать. Welcome. А как сама процедура оформления происходит? Это какая-то регистрационная палата, надо заверять все. В России. Регистрационная палата, безусловно, в Исмаиле вот есть, она регистрирует кадастровые номера, присваивает, регистрирует, но большие комплексы, то есть не на каждую квартирку,
Они проверяют лицензии на строительство, лицензию там на землю. Они проверяют все у застройщика. Застройщику выдают, вот все это ставят на учет. И далее застройщик, собственно говоря, именно поэтому легко продает и разрешают продавать. Но вот эти, именно на Синае ничего вот это в регпалатах не регистрируется. Здесь идет крупными мазками. Да, отдельно стоящие виллы, которые там где-то не в компаундах, с ними можно заморочиться, особенно если они имеют собственность на землю. Но непосредственно в компаундах надо смотреть, чтобы компаунд имел все разрешения. И дальше уже ты можешь просто спокойно покупать и пользоваться, распоряжаться и продавать недвижимость. Ну, то есть, если можно по пункту, вот первое, что это, оно, там, оплата, оплата риэлтора. Вы хотите понять общую сумму, которую, шаги, на которую... Да. Шаги, во-первых, шаги, а потом эти шаги, каждый сколько стоит? Необходимо будет оплатить, если у вас есть риэлтор, то это риэлторские расходы от 2,5% до 5%. Угу. Здесь такой тариф, и он вообще не обсуждается. К сожалению, к счастью. Юристы компаунда, они тоже берут деньги какие-то? Да, юристы и сам компаунд за переоформление однозначно берет от 4 до 7%, но не от суммы, которую, за которую вы приобретаете недвижимость, там, грубо говоря, не за 40, за 40 тысяч долларов это 7%, или, да, а это от первой суммы, когда застройщик первый раз продал, они продают первый раз в египетских фунтах, как правило, в 90%. Предположим, продал он за 200 тысяч первый раз. И вот от этих 200 тысяч и идут вот эти проценты. 4%, 7%. Ну или за 500 тысяч он первый раз продал. Обязательно... Да, да. По поводу оплаты юристам, значит, когда идет, когда квартира изначально от застройщика покупалась за евро, доллары, и хочется сэкономить на переоформлении, то я приходила к юристам, садилась около них и говорила: знаете, вот если вы нам не сделаете фиксированное там $2000, то мои клиенты пойдут переоформлять через нотариуса, да, они заплатят там 2,5-3%, но да, они будут в очереди стоять, они заплатят за очередь, за то, чтобы это ускорить, но это все равно будет дешевле. По этой причине эти, скажем, доводы, они очень благотворно влияют на то, чтобы тебе сделали фиксированную сумму, выдается специальный документ, что вот да, у тебя в договоре написано в предыдущем, что сумма там, 7%, грубо говоря, от 100 тысяч долларов, но компаунд согласен, что это будет 2 тысячи долларов, а не 7 тысяч долларов. Вот я слышал, что можно еще и не оформлять через юриста в компаунде, а можно сразу идти в суд. В таком случае ты платишь процент какой-то государству. 2,5-3% платится за переоформление. Это выгоднее, чем платить в компаунде? Одно и то же рассказываю. Значит, 2,5% будет платить покупатель за переоформление, и 2,5% где-то будет платить продавец налог. То есть 5%? Те же самые 5%. Но есть же компаунды, которые за 7% переводят. Поэтому с ними надо разговаривать. Люди, которые не считают денег и не знают таких тонкостей, им сказали, они вздохнули и заплатили. Вот. А именно поэтому, в общем-то, и нанимают риэлторов, которые знают много всяких нюансов, а которые могут вам, с одной стороны, сэкономить деньги, с другой стороны, сделать всю сделку быстро и без
Безопасно. Ну, у тебя такая тактика срабатывает. Да, однозначно. Я люблю и умею торговаться, причем, да, причем я торгуюсь обоснованно. Я знаю аргументы, и их много. Ну, так, а теперь вот... Раньше это было невозможно. Раньше только через компаунд оформлялось все. Поэтому они драли, как, что хотели. Сейчас есть альтернатива. И поэтому, да, рычаг, да, поэтому да. Да, альтернатива, которая сложнее оформляется, юридически она такие же дает права и обязанности, но для того, чтобы людям сэкономить какой-то там и денег, и нервы, я, соответственно, предлагаю самим решать, как лучше. Когда я приобретала свою первую недвижимость, я, конечно, с одной стороны, заплатила 7% юристам в компаунде, потом я еще заплатила $1500 за то, чтобы в суде заверяли эти подписи. Вот, это заверение происходит где-то от 3 до 6 месяцев. Салям алейкум. Вот. И мне казалось тогда это правильным, потому что в городе Москва там как бы одна была ситуация в Египте или конкретно в Синае другая ситуация. Но впоследствии, когда я стала разбираться в судебных делах, которые были архив судебный, когда я стала общаться с большим количеством риэлторов и выяснять, где надо подстелить соломку, а где можно, в общем-то, на это и забить. В той же самой Москве вы можете в простой письменной форме договор подписывать, а можете идти к нотариусу. Это приблизительно та же самая ситуация. На самом деле похожих перекличек таких много. Также раньше новостройки, например, оформлялись непосредственно у застройщика. И единственное, были неблагонадежные застройщики, которые продавали одну и ту же квартиру много раз. Поэтому обманутые дольщики появились, которые... И стали вводить вот регистрацию даже на уровне долевого участия. Здесь это абсолютно невозможно. Здесь маленькая деревня, здесь компаунды, юристы бьются за то, чтобы за своих клиентов, за свое доброе имя. Это не громадная Москва, где можно тоннами обманывать людей, и их прибывает. И интернет, конечно, творит чудеса, поэтому везде подряд это делать нельзя, но есть, например, в Дельту или Домина, или еще несколько компаундов, которые абсолютно точно, спокойно работают по этой схеме. Значит, у нас с вами есть существенная статья расходов, так называемый maintenance. Это расход за обслуживание территории, мусора, охраны, бассейны и прочее. Как правило, это в районе стоимость от 8 до 10 долларов за квадратный метр общей площади. И, например, 100-метровая квартира будет обходиться вам $800 в год. Ну, то есть разделите на 12 месяцев, помножьте на рубли где-то, ну, 5-6 тысяч за то, что огромную территорию моют, драят, чистят, охраняют. В общем, на самом деле смешные деньги. В некоторых компаундах эта стоимость разбивается на ежемесячные платежи, например, в Ривьере. И вводится этот платеж в коммунальные услуги. Поэтому, когда арендаторы
в Ривьере арендуют, они оплачивают заодно и этот платеж вместе с электричеством и с водой. Есть компаунды, которые берут вперед лет на 10 существенную сумму в районе 10 тысяч долларов, плюс-минус, да. Они кладут эту сумму в банк под 10-14%, и дальше вот на эти проценты они содержат территорию. И, собственно говоря, ты ничего больше не платишь. Это единожды платеж произведенный. И единственное, что лет через 10 приходится доплачиваться, потому что они берут это все в египетских фунтах. Сейчас очень произошла большой скачок, и поэтому, конечно, эти деньги превратились просто в очень маленькие деньги. Ну, об этих всех нюансах вам расскажет ваш риэлтор, потому что каждая квартира, каждый компаунд имеет свои траты на обслуживание. Даже виллы, которые находятся не в компаундах, там все равно необходима оплата, но опять-таки каждый по-своему, тому человеку, который обслуживает это все. И последний платеж, который у вас будет, он достаточно небольшой, это оплата за перевод сетей электрических, водяных счетчиков. Здесь присутствуют государственные тарифы, и тогда надо будет переводить это все в государственных учреждениях, там электросети, по-моему, они называются. Вот. Где-то в районе 2000 фунтов. Либо в компаунде. Опять, если вы берете квартиру для того, чтобы в ней проживать, однозначно надо перевести на государственный тариф. Если вы берете квартиру, чтобы ее большую часть времени сдавать, то надо оставаться в ведении бухгалтерии компаунда для того, чтобы можно было быстро все рассчитать, не бегать за потерянными квитанциями, которые почтальон, если там по государственным расценкам, ходит неизвестно когда, и, естественно, они теряются, потом что-то это отключается, в общем, это бесконечный геморрой, если вы не живете. Но тем более вам, в общем-то, совершенно без разницы, по каким тарифам сдается ваша оплачивается ваша квартира в долгую, за все сплатят арендаторы. Это, да, посуточно платят, конечно. Арендаторы не платят посуточно, но там высокие расценки, поэтому можно не отслеживать и не заморачиваться. А месячно или 2-3-4 месяца, когда арендаторы снимают, у них сразу прописывается, что коммуналка отдельно оплачивается. И можно вот эти вот распечатки спокойно брать в любой момент в бухгалтерии. Это могут делать абсолютно любые люди, и даже арендаторы, и риэлторы, и хозяева. И это очень удобно. Ну, наверное, вот по тратам при покупке я ответила, Андрей, на ваш вопрос достаточно полно. Есть ли у вас еще что-то? Да, конечно. То есть при покупке надо сразу выяснять, каким образом оплачивается мейнтенанс. Либо это какие-то годные, ежемесячные взносы, либо это, вот как в некоторых компаундах практикуется, я слышал, единожды за все время ты вносишь деньги, они переводятся в банк. Ну вот Sharks Bay, например, такая, в Порто, да. Шарм такая система. Когда ты... 14% банковский, да, да, да. Счет дает. Да. И этих денег хватает на вечное, да, обслуживание. Совершенно верно. Но на самом деле это неправда, это не вечное обслуживание. Там лет через 8-10 там они по чуть-чуть и начинают добавлять, но несущественно.
раз в год они там 1000 фунтов могут с вас взять. Ну, якобы там фунт просел. Да, совершенно верно. Инфляция, да. Угу. Вот. Но достаточно долгое время можно вообще не думать о том, что тебе надо что-то оплачивать. Сегодня 10 декабря 2023 года. Я готова продолжить с вами диалог. Мне нужны ваши вопросы. С удовольствием отвечу. Естественно, я не могла углубляться очень много и долго. Но я думаю, что порядок, я вам все-таки рассказала порядок цен и что ожидать.